Встаем по порядку и делаем зарядку. Студенты медицинского и педагогического колледжей, а также волонтеры собрались сегодня в парке десятилетия Ангарска. Все для того, чтобы дружно сделать несколько физических упражнений для укрепления здоровья и хорошего настроения. Зарядку приурочили ко Всероссийскому дню трезвости. Это утро студентки медицинского колледжа Даша и Настя решили начать зарядки. В парке десятилетия Ангарска собрались десятки молодых людей, которые поддерживают здоровый образ жизни. Сегодня было очень классное мероприятие, посвященное Дню трезвости. Мы безумно рады этому, потому что у нас давно такого не было. Мы только за такие мероприятия. Нам очень понравились упражнения, мы узнали много новых для себя, чтобы заниматься спортом, поддерживать себя в тонусе. Утреннюю зарядку ведет профессиональный тренер. На свежем воздухе в солнечный день занятия физкультуры проходят с особым азартом. Все эти люди, студенты колледжа и волонтеры, решили поддержать городское мероприятие, которое приурочено ко Дню трезвости. Зарядка наша сегодня посвящена Международной декаде трезвости. Проводим мы ее с целью того, чтобы подключить наш народ, людей, жителей нашего города Ангарского городского округа, чтобы занимались спортом. Призываем активно заниматься спортом. Всероссийский день трезвости традиционно отмечают 11 сентября. В Ангарском городском округе борьбе с пагубной привычкой решили посвятить целую декаду. Эти дни в городе будут проводить флешмобы, выставки, посвященные профилактике и избавлению от алкогольной и других зависимостей. Молодежь эту инициативу поддержала и даже дали несколько советов, как держать себя в отличной форме. Больше всего я посоветую хотя бы заниматься зарядкой по утрам, утром и вечером, хотя бы так. Ну и заниматься любимым делом, если есть в виде спорта. Призываю всех взрослых, детей заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Кристина Пермякова, Анастасия Москаленко, Роман Буйнов. Местное время.